Нежданный гость в доме напугал челябинцев. Летучая мышь залетела в квартиру в Курчатовском районе. Эти кадры сделали перепуганные хозяева квартиры. Мышь зацепилась за шторы и продолжала висеть в таком положении, издавая при этом странные звуки. Инцидент произошел по адресу Комсомольский проспект. В итоге мышь поймали и выпустили на волю с балкона. А эти кадры сделала неравнодушная челябинка. Она нашла маленького стрижонка. Он летать не умеет. Женщина обратилась за помощью в соцсети. Челябинцы стали сразу же подсказывать, как оказать ему помощь. Вероятнее всего, его отдали зоозащитникам. А когда он подрастет, отпустят на волю.